А возле горсовета Львова с утра собрались врачи. Они пришли с требованием остановить ликвидацию коммунальных стоматологических поликлиник. Еще в феврале местные депутаты проголосовали за реформу этой сферы здравоохранения. Она предполагает, что услуги пациента оплачивают через кассу и не дает взяток врачу лично. Для малоимущих лечение обещали бесплатно. Все расходы погашает горбюджет. Но медики в это не верят, мол, если реформа заработает, пенсионеры и малоимущие не смогут получать бесплатные стоматологические услуги. Чиновники уверяют в обратном. Прийшли до вас пацієнти, ви заробили гроші. Не прийшли пацієнти, нема чого вас утримувати на роботі і платити вам посадовий оклад тільки тому, що ви числитесь на цій роботі. Вони ще й не знають, в що нас перевести, як нас, аби нас скинути з бюджету. Нам сказали план 22 тисячі гривень, одні говорять 18 тисяч гривень у місяць. Лікар не може цього здати, реально не може. Це тільки для того, щоб розвалити нашу службу.